Здравствуйте, с вами студия мебели «Чудо-шкаф». Посмотрите, как мы сделали прихожую в типовом доме. Это наш новый объект. Большой двухдверный шкаф-купе с комбинированными дверями, где комбинируется стекло и ДСП. Посмотрите, что разместилось внутри этого большого вместительного шкафа. Вот одно отделение. Во втором отделении нашего шкафа разместилась морозильная камера. Боковая стенка, которая прилегает к морозильной камере, сделана вот такая вот воздухопроницаемая, чтобы наш холодильник не перегревался. Шкаф встроенный, у него нет боковых панелей, крыши и днища. Здесь находится большое пустое отделение для крупногабаритных предметов. Здесь использована немецкая ДСП фирмы Егер, цвет зебрано-песочный. Стекло с пленкой Аракал, цвета слоновая кость. Алюминиевый профиль, цвета шампань. Алюминиевый профиль аналог Раум Плюс. Видите, как он плавно и бесшумно двигается, абсолютно как его родной папа Раум Плюс. Еще один шкаф в той же прихожей. Тоже двухдверный встроенный шкаф. Шкаф-раздевалка. Вот так мы облагородили дверной проем. Шкаф неглубокий. Вещи на вешалках располагаются на торцевой вешалке параллельно дверям. Вот здесь будет размещаться вешалка с крючками. Вешалка заказчика, поэтому пока ее еще не поставили. Вместительные антресольные полки вверху.